Всем привет! Мы на турнире M1 Challenge под номером 84 в северной столице смешанных единоборств в городе Санкт-Петербурге. Сегодня главный бой вечера. Вот, Кунченко Романов. Все ждем его. Будет большая заруба, я думаю. Будет все интересно. Смотрите дальше продолжение. Привет, Венер. Что привело на турнир? Ученики дерутся, да, я так понимаю. Дерутся Олег Оленич, кстати, нашел. Мне предложили бой в декабре с Николаем Гапоновым. Я дал согласие, так что пока. Fight Night, да? Да. Отлично, удачи тебе. И, наверное, данный вопрос. Сегодня титульный бой. 77 килограмм. На кого ставишь? Что думаешь, заберешь? Фаворит в этом бою Кунченко. За счет чего? Ну и опыт, мне кажется. Кунченко более-менее видел. Ладно, спасибо за интервью. Удачи тебе в декабре. Ждем новых побед, чтобы без травм было. Справа от меня Гаджимурат Караев. Человек, который делает мир ММА интереснее за счет того, что он организует поединки. Он и просил меня не афишировать это, но я хочу его поблагодарить за сборы, которые он мне организовал в команде Fighting Eagles в Республике Дагестан. Большое спасибо. Я думаю, что эти сборы в том числе мне помогли нормально выступить в моем бою. И все прошло, слава богу, хорошо. И поэтому все отлично. Хотел бы узнать, что привело на турнир. Выступает ли кто-то? Да, выступает у нас боец Залинда Гамаров. Какие-то планы на будущее, какие бои интересны, может быть? У нас в ближайшее время Рустам Гаджиев в Вене дерется с Власенко. Самый главный для меня вопрос. Сегодня кто победит? Двух парней. Я думаю, у этого парня какой-то зловещий план есть, и он победит. Хотя я болею за Кунченко. Болею за Кунченко, да. Победит Романов, да? Так я считаю. Спасибо большое за интервью. Все, удачи. На будущих ярких, хороших учеников все. И побед. Да, душой, спасибо. Роман Зинцов, один из самых первых представителей ММА-индустрии, еще тогда, когда называлась «Боям без правил». Что привело тебя на турнир сегодня? Адреналин. Адреналин. Это моя, да, моя среда, и дерется мой товарищ, близкий друг Сергей Романов. Спрашивать про бой, наверное, нет смысла, да? В любом случае ты будешь болеть за Романова, но все-таки статистически, наверное, за Кунченко немножко, у него больше лидер в этом. Как ты считаешь? Алексей очень серьезный боец, нокаутер, может ударить в любом раунде, очень опасный боец, волевой. Хорошо дышит, у него кондиция отлично. Сюрприз может еще раз преподнести в любом из отрезков поединка. У Сергея большая мотивация, потому что Алексей на вершине, Сергей туда карабкается, он хочет доказать, что несмотря на то, что вы сейчас считаете меня, ну, скажем, номер два, я все-таки номер один. Поэтому сложно сказать. Тут, я думаю, будет игра, борьба характеров. Либо будет сюрприз, либо будет обычная рутина. Все тогда, спасибо. Поехали.